За два часа на прямую линию помощника президента Республики Беларусь, инспектора по Гомельской области Юрия Шулейко, позвонили около полутора десятков жителей самых разных уголков области. Первый звонок прозвучал ровно в 10 часов. У жителя Рогачева сразу несколько предложений, одно из которых – приобрести видеорегистраторы для врачей скорой помощи. С ними будет спокойнее и медикам, и пациентам. Традиционная просьба – помочь найти работу. Жительница Кармянского района пожаловалась на недобросовестного предпринимателя, который взял 1000 рублей за установку окна, но работу не выполнил и деньги не вернул. Этот вопрос, как и все другие, которые поднимались на прямой линии, будет рассмотрен в ближайшее время, и жители области оперативно получат исчерпывающие ответы. Компания «Беларуснефть» приобрела два новых автокрана грузоподъемностью 32 тонны. Это техника «МАЗа», уникальная в своем роде. Основное отличие от зарубежных аналогов – она не требует дополнительного специального разрешения для эксплуатации на дорогах общего пользования. Краны будут использоваться для добычи нефти, бурения и проектов по капитальному ремонту. Для организаций, использующих автокраны, это прорыв. Они смогут существенно сэкономить время и деньги при эксплуатации спецтехники. Еще один 25-тонный автокран был передан «Беларуснефти» вместе с 32-тонными грузовиками. В Хойниках состоялось торжественное открытие пограничной заставы. Новое подразделение Гомельской пограничной группы представляет собой комплекс объектов, созданных в результате реконструкции бывшего штаба ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Образованная в начале 2020 года застава охраняет около 60 километров белорусско-украинской границы в Хойникском и Брагинском районах. При реконструкции объектов учитывались все особенности службы пограничников на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Кроме того, для эффективной подготовки военнослужащих возведены городок пограничной службы и спортивные объекты.